Всем привет, ребят. Ну что, частенько вы сегодня видите сардельку, бездонатный аккаунт на русском сервере, на котором я, в принципе, как бы играю, прохожу битвы гильдии, но особо его не развиваю. Я, честно говоря, в раздумьях, есть ли смысл на русском сервере заниматься этим аккаунтом. Пишите в комментах, потому что то, что я вам последнее время показываю, какое количество плюх дают на других серверах для бездона, и что пропускают у нас на русском сервере, реально как-то, ну, немного пропадает интерес к игре на данном сервере. И сегодня у нас будет интересная темка по поводу халявных плюх, как получить халяву для бездоната. Многие из вас не знают, бывают топовые награды за бонусы в геймерсе. Я давно там перестал стримить, времени не хватает, но, возможно, буду тоже начну и другие игры там играть, сразу же туда ретрансляцию делать. В общем, есть такое приложение VGamers, вот так вот оно называется. Сейчас мы как-то так, чтобы оно было все удобно. Вот, логинитесь с помощью там электронки, с помощью Google+, ну, короче, как хотите, так и логинитесь, регистрируйтесь, и здесь есть куча разных игр, в которые люди играют. Сейчас немножко другой интерфейс. В общем, есть типа онлайн-трансляции, вот кто во что играет. Раньше я здесь транслировал, ну, честно говоря, надоело. Есть наборы. Вот самое интересное, что здесь за выполнение определенных задач вы получаете очки. Вот у меня, допустим, My Points. Это мои очки, которые у меня есть. И вот есть выполнение заданий, которые вы... Вот, пролайкать 10 постов, плюс 100 очей, проверить плюс 100, сделать пост от 500 до 5000. Ну, в общем, тут подтвердить электронку. В общем, за просмотры, короче, тут дофига всего. Вот этого у меня есть 84 814, то есть вот столько у меня очей получается, и я могу их тратить на наборы. Заходите вот сюда, я надеюсь, вам там все видно, и вот сразу же выскакивает сегодняшний набор за 512 очей. То есть оно, вот, выбираете игру, в которую вы играете, в данном случае это у нас Castle Clash. Вот, есть определенные наборы. Так, сейчас, секундочку. Вот есть такой вот набор. Кристаллы S, легендарная карта. Вот, можно их получить. Осталось наборов 2835 осталось. Уже использовали 2165. То есть было там 5000 наборов. Вот, нажимаете сюда. Окей. Вас будет сейчас перенаправлять на страничку. Вот ваш код есть. Вот, подтвердить нажимаете. И вас перекидывает на страничку, где вам нужно будет ввести свою ID-шку. В зависимости от того, на какой платформе вы играете. Вот, в моем случае это Android. Выбираем Android. Русский. На сардельку. Ну, как бы на другие аккаунты мне оно не надо. Вот. ID и код вводите. Давайте забежим обратно в Castle Clash наш. Сейчас надо свою ID-шку где-то записать, потому что она совсем другая. Вот свой ID, где взять, вот 509. Вы можете также друзьям посылать наборы. Там, по-моему, 3 набора на аккаунт ограничения. 814. 509, 853, 814. Окей. Заходите сюда. Возвращаемся обратно. Так, вот есть у нас. Сюда вводите свой код. Ой. 509 853 814. Промокод, который скопировали там, и нажимаете подтвердить. Congratulations, you won blue. Все, забрали мы этот набор. Возвращаемся обратно. Еще раз назад. Еще раз назад.
Следующий набор вот есть такой вот. Я вам просто показываю, я этим как бы и не пользуюсь, но для многих это реально. Можете в браузере открыть это все. Можете, ну, кто откуда играет, можно через браузер это все сделать. Вот опять же копируем claim. Можно gift friend сделать, если вы знаете его ID-шку. Выбираете сервер, на котором играть. То есть эти плюхи доступны для всех серверов. 509. Получили. Поехали обратно. Вот последний набор. Ну, за 1000. Ну, давайте возьмем. Все наборы заберем. В любом случае, это лучше для бездоната. Это однозначно плюс. Да, вам нужно будет потратить немножко времени, чтобы здесь сидеть. Это, но наборы бывают довольно-таки неплохие. Так, русский сервер. И вот всего лишь за 512, видите, осталось уже 200. Очень быстро разбирает, поэтому поспешите. Копировать, claim. Наборчик реально очень, очень крутой. Все, получили. Теперь заходим обратно на наш аккаунт. Сам себе, по-моему, один раз можешь купить. Вот у меня эти все наборы есть. Что в итоге я получил? Карту, плюшки, расходники, рунку. Ну да, это, скажем так, это фигня, если смотреть со стороны доната, это, знаете, это вообще ни о чем. Но если смотреть как без донат, часть скина, там, допустим, можно с разных аккаунтов себе поскидывать. То есть в любом случае у вас уже будут какие-то накопления. То есть там друзья вам скинут 3, да? Если я не ошибаюсь, по-моему, так и осталось. Поэтому карты, это все расходники. Они для без доната вообще бесценны. Вот заходим в героев. Вот я качаю, допустим, сейчас Фрею, да, вот я себе раз там плюс 75 тысяч добавил. Да, это мелочь, но все равно это реально очень круто. Так, открыть. Snow. Это мы получили с акции краник, скажем так, хватай она называется. Нормально, в принципе, пата получил. Конечно, это не топовая награда, как хотелось бы. Ну, что есть, то есть. Так, отлично. Так, получили мы 5-й сет каменки. У меня недостаточно места на складе. Видите, не могу еще все даже забрать. Расходники пооткрываем. То есть вот так вот можно без доната, в принципе, на любом сервере получать. Единственное, я не знаю, есть ли смысл вот этого русского сервера дальше качки, потому что, ну, честно говоря, после того вот мешочек тоже получили топовый. Прайм, бум, еще одна каменная кожа, вот так вот. Две уже, два сета каменки. Ну, ничего не поделаешь. Кому как повезет, бывают другие плюхи. Такс. День самка-владельца. Поехали, войдем в игру. Вот такие вот, ребятушки, плюшки, поэтому
кого интересует особенно, ну, это интересует в основном без донатов, я думаю, хотя и там половина донатов, наверное, тоже получает. Так, сумка питомца 4, 20 ящик славы, ну, на этом спасибо. А, так, все, краника у нас уже нет, да? Здесь уже нет. А, нет, хватайка есть еще. По 12 мая. Странно. Должны были утром отключить. Оно, наверное, вряд ли плюхи уже даст. Ну, как обычно. Не убирают, оставляют, а потом люди не знают, что делать. Вот так вот, ребятушки. Пишите комменты, что вы думаете. Лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.